Другим новостям. С 1 июня по 17 июля будет запрещен въезд автобусов на территорию города Москвы. Такие ограничения связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Гражданам, планирующим поездку в столицу или Московскую область, следует заранее позаботиться о выборе перевозчика. Исключение составят автобусы регулярного сообщения на междугородних и муниципальных маршрутах, а также транспортные средства, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации. Владельцы таких автобусов должны уведомить о въезде транспортную дирекцию чемпионата мира 2018. Информация о местонахождении, направлении и скорости движения данных автобусов формируется на основании использования сигналов глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Те жители, которые имеют в собственности транспортное средство для личных целей, либо для коммерческой цели, автобусы и проживают в регионе, они получают эти пропуска для передвижения по территории. Они сделают заявку для аккредитации, заходят на сайт transport2018.com, где проходит упрощенный порядок аккредитации. Луиза Егазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.